сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Друиды, дайте ману Рокстеру. Ну, он умеет говорить. Паладина, что ауру для кастеров никак не судьба поставить. Его душу ужасным мучением. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. Движуха, 25 опций. Сорян. Сколько нас бивает, блять, и слуга, давай. Слугу притяните, маленькие. Не знаю, вроде пока 25. Полков, бейте хотя бы звездочку, убейте хотя бы звездочку. Ты все, танк убит. Вы кокона не бьете, вот смотрите, у вас есть метки, а вы масса его ешете. Что вы творите? Трэш намного сложнее, чем боссы. У меня уже достаточно таких предметов. Кто у нас значит вообще? Ага, вижу, мерзавец. И крутовар, да?
А, он ДД. Рамджет, крутой рогат. 5 минут уже трэш бьем, он присоединился и все в Далара не сидит. Что-нибудь. Там давайте за стенку, за угол. Здорово, Сагри.
начаться, так и не начаться. Бой чё бахаешь? Никто не смеет входить в обитель господина. Артерий, чё бахаешь? Где протопал? Рыба стоит вам справа. Кушать. Очень мило с вашей стороны. Да вон протопал, протовар. Это да, протопал. Да, войд, каски, мутерии, кулаки, кресты. Ауры на сосредоточении и налет. На всем протяжении рейда. Там мы мастера сами даете. Что там будет добирать больше плюс один? А что, все с гильдии или нет? О, чат еще есть. Шаман чего не хватает. Все, ну давай, ДК начинай. Так куда начинай? Вон Войд добирает, блин. Куда ты? Да ну так начнем, да и все. Этот босс. Геру. Боже, не стои, внимание, шипы. А, это забыл, ты на свой спек отпишите. А шипы ролит Рокстер, сейчас отпишу после убийства босса. Ага, шипы. Вихри, бейте, в ужас, не стоит. Давайте все под боссом. Неужели нельзя повернуть от рейда? Вы видите, что мы через лужи должны пробежать, чтобы стать под босса. Просто повернуть от рейда, и мы будем стоять, где мы остались. Но 3 ДД умерло, потому что танки не захотели нормально его повернуть, и повернули туда же, где стоял рейд. Шея, друг ходит квест. На успех. Нагрите, дайте ману отпись. Паладин. Идите, подождите, пока не бывает. Тебе же сказали не пулять, сейчас приз сзади пил ману. Ты глухой, наверное. Дайте бомжи. Сова, нахрена опять Старфом? Пиздец.
Еще есть бомжи? Дайте еще бомжи. У нас один ВДК остался, и сова дает Старфол. Вообще, красава. Ну а кто? Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Давайте тот ДК куда-то, право. У нас танк лежит, подожди. А тут я одного хуй. Да пусть порисуют, попьют. Ну ДК, все, иди лично. Почему тут сколько? 3 часа был сидишь. Топада, блоки, каски. Два, разбери. А, блин, это ДД. Да, да, все понял. Боссу не подходите только. Блок, шкаф. Смотрите, кто там в инсте. Щелочка. Разводьте его, пожалуйста. Сейчас. Контакт у меня. Игра на трэш с их контролем, духов не хлопа. Рыба стоит, кушать с ним. Это заклинание еще не готово. Лапку. Все, подключайте. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Давайте трэш. С левой стороны. Контроль. Готовьтесь. Нас стопните. Идем прям переводим. Довольно. Переведи. Пульти на ДК. ДК забирай. Раньше наберите.
ваша смерть. Либо я попала. На себе. Войт, может, ты одну на рол пустишь? Одну как себе на ивенту. Рольте дамский наруч, одни. Радио красотки. Не ждем у босса, портуемся и бьем трэш. Блин, продажи, господи. Почему плесту наручи отдали, если я сотку выбросила? Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Мародерка сотку. Я сотку выбросила. Там была сотка у мага. Сексизм. Что-то это ты как-то знаете. Поздно говоришь, что ли? Спустя минуту. Бой, тресни, пожалуйста. Сзади, слева от тебя. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам! Надо бой до сих пор. Давайте трешу бьем. Мне кажется, сзади, но смотри, моб идет. А кто его ведет там? До сих пор бой. Правильно, вы пошли инши трэш бить. Да. Это ж поставил печеньку, кого бить. Боя нету. У меня пушка, садимся в пушки. БДК летает на тот корабль. Протовар на нашем. Остальные ДД ранцы берем. Все, чек на запуск. Мне меняло. Наверное, давно в рейдах не было. Ну, имею в виду бабочку. Альянса! Все на палубу!
Так, а ты пленом идешь, да? Или котом? Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Мы еще довольно не дошли. Можешь не написать там. Только. Трэш на нашем кто там роги ханты на пути, то надо, если такие имеются. Заморозка 5 секунд. Так, БДК лети. Где маг-то? Все, маг, убегаем. Давайте обратно. Пять секунд меньше. Разряжайтесь. Тёмный. Минус два. Симботкон, подходите. Кто-то мёртвый. Дуэт ещё кто? Ант ещё кто-то, Ивар вроде бы. На лестнице будем держать или в центре? Чё? Давай я порулю. Фармобот стоит. Ну, ноги у меня уставайте где-то. Кто это? Рыбку ставьте. Или чё там это, робстеру надо включить? Всё, я запускаю. Поставьте рыбку. Выдвигайтесь, герои, будьте начеку. Лег только что. Без кота мы ещё не... Кем он там? Без кота. Сурка. Чё там? Градодехилый рэндж. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы... Кто уверен себе, что даст 18к ТПС, можете трэш не бить, остальные бьем. Старик,
Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича! Мани трэш. Трэш. Секунда, трэш. Добивай вам босса. Оля, волю ролим. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде. Рядом с матерью и предками. О. Давайте Валик сначала ДК тащи там. Давайте, все, порт открыт уже. Давайте стоим, где звездочка. Ждем. ДК, ты где там? Танк. Иди тащи, Валик. Вот так, да. ДК, танк. Здорово, народ, что, Накса нет? Нет, целка тут обычка. Молчат, молчат. Я тебе помогу. Я, тогда, смотрите, я тоже в молчатке был. ДК, танк, ДК, вон. Один слот есть. Напало, зайду. Прочка. Не ходи. Круто, бля. Играем чисто печеньку. Пустите в печеньку. Давайте пустите с ним.
Следующий. Как всегда. Это обычно стандарт. Кто-то забит, кто-то его вывалил. Я не знаю, вот я себе звездочку кинул, стоять здесь, они все туда погнали. Протомимся сначала к сурку. И идем через тоннель. Что, самолет, да? А что, у нас потопа появился? Сейчас, ну, сколько вы разберемся? На верхний ярус, на верхний ярус. Не тпшьтесь, тут трэш стоит. Поэтому только слышу, поэтому тишина. Приходится перезапускать, и да, как полностью появляется. Меня слышно сейчас? Да, ну, слышно, да. Но плохо. Сука. Тыкать по шкаф. Сумайте, народ. И за окном бегут. Нормально. Ловлю. Тикните. Принимай. Час восстояния близок. Счастливые краски, вот кулаки, лотерея МП5. Бывает что.
Ты понимаешь, здесь на верхний ярус? Кто-то, Барбин. Это вот сейчас ОС чекни. Пока идем. Чё там, чек на ПК, где вы все там? Так, счастливо тут ТК, там тут. Все, начинаем, поехали. Танки. Если честно, вот при стабах у меня регов нет даже что. Чё там? Давайте трувалим, пойдемте в центр. Нужно подойти поближе. Что там, куда? Вот. А чё руку? Да вот с кем крошечку. Чё вы там у льду собираете? Привет, Сэм. Сока 25, оп. У льда аж сегодня должна была быть. Сегодня вторник. А, то в среду, да? Ну да. Блядь. Набейте дошел. Блин, я что-то думал сегодня у льда. Дрольку на ровеснике. Присты пойдемте. Сейчас контролик берем. Сначала правую пачку. Человек Клота. Ромбик. Рокстер. Трусы я за контролем. Пойдем на чонку там квест будет делать. Кто чего? Квест будет делать. Ладно, на чонку. Есть слоты там у вас? Фол пока что. Не, фол. Чуть раньше зашел бы, у нас было место. Да блин, если б я знал, что не у льда, я бы лучше вообще бы еще погулял бы. Нафиг я домой пошел. Кровь, это уже квест запустили, нафига еще куда идти. Квест-то важнее. Надо ли квест? Да, квеста-то нет.
Кто за чумку? Нет. Кто за кровь? Да. А если без разницы, то ничего не нажимать? Что еще раз? Три. Кто за кровь, да? Кто за кровь, да? Это были охуенные. Большинство за кровь. Лобстер, может, ты поговоришь? Во всем рейде висит дота. Хивы ее усердно хилят, ты даешь чек на полэкрана. Хер с ним. А чё танки пулят дальше трэш, когда рейд почти падает? Когда хилы хилят рейд, он в доте, и они агрят трэш. Вы что, вообще без мозгов, да? Здесь боешка. Вообще отбитые танки, я не знаю, ну куда вы опять пулите? Вы что, ничего не видите вообще, что происходит? А у нас место есть, походу, да? Нет. А с минус один. Куда мы идем? Не, нормально, мы на кровь идем. Большинство хотят 5 льда. Плюс. Не могу пригласить члена другого. Так нет уже квеста. На кровь есть квест. Квест на шем важнее, квеста на кровь. И ты чек дал как раз тогда, когда я хилил по хилботу. И он мне прямо посередине хилбота вылез. Ты прям специально это сделал, я так чувствую. А кто говорит за место? Трусы Кота, я печенька. Где там что-то? Рокстер, Ром. Рокстер никого не будет контролить. Угадай, почему. Не знаю. Потому что Рокстер хилит вместе с Барвелем. Сейчас присумоните, ребята. И вы упадете. Присумоните, пожалуйста, у меня тут форс-мажор. Я, короче, в воздухе застрял на островке. И не могу на птичку сесть. У меня, короче, выход или разбиться, или присумониться. А никнейм как? Мегатрон. Thank you very much. Давайте будем все посерьезнее, потому что никому не хочется здесь вайпаться часами. Хорошо? Смотрите в оба. Особенно там. Вот я тебе квест там написал. Присты, поднимитесь наверх, остальные спустите вниз. Друиды баф дайте. Кто-нибудь. Он типа непонятно, а что там спуститься фраза. Так, Лота здесь, трусы, я печеньку. Все, пойдем. Да ниже спуститесь, танки ниже, ниже спускайте, хорошо. Пока похер. У нас пока один. Танки ниже спустите, трэш.
Давайте сначала за контрольных убьем. Знаю, что изменится от того, что вы поменяли друида на хули креста на друида, я не знаю. Танки раньше времени пулять, наверное, перестанут. Погоди, все вниз спуститесь. Останьтесь только танки и склота. Танки и креста, останьтесь и контрольте. Кто-то крестик, я трусы. Все, пошли. Что, убейте? Беспапуста. Контроль не давайте. Заберите. Близко не подходите. Танки агрите и сюда ведите. Ладно, кот, пошла. Пошли в танк. Да, мы проводим, пошелся. Тут давайте на баку. У кого там рыба с ставки рыбы? Хаваем. Танки. Кому кого легче будет танчить? Мне пофиг. Без разницы. Давайте подпал на двоих, на теле ДК. Ханты два разбойника на пути, на два подпал. Давайте разбойники. Разбойники центрального, ханты правого. Думали, что одолели нас. Сан-Лейн не победил. На сферах ханты, хант ШП. Ой, пьяный свер. Своди двое. Ну чё килисет? Избегайтесь. Заберите килисета. Протопал, я не знаю, кто они. Кто там? ДК там. Да не танчит он его, он развлекается тут. Смена. Он такой сильный.
Насладитесь болью. Да пофиг, вы одно нам не было. Зря Геру дали, потому что она на Ване нужнее, чем на донных принцах. Сейчас вы в этом убедитесь. Давай, давай. Хватит, давай. Подумаешь, три взгляда сразу будут хоронить. Погодите, погодите, стойте. Сейчас за контролем. Подождите, на танках стаки. Подождите, пока спадут. А, как на рейде стаки были, так они агрили, а тут боятся. Ну, это не танк, говорите, за что. А вот звездочку я чиню. Здесь комплект из... ДК, если что, войско призывайте, здесь можно. Уходим. Пониже, пониже спуски здесь. Видите советника. Да тут уже будет на... надрочим всех, чтобы пришел бить всегда. Танки агрить. Ну, поле выйти, пошел ДК. Пошел ДК. Ну, ты что? Резаем панших, ставим рыбу в баф.
А он спасибо. Баф. 30 тут есть. А, это и ножи. Как-то были те, кто умирал, может быть, можно было Геру дать. Лапку дайте, пожалуйста. 4 минуты, так типа. Лапку. Друиды обновите лапу. Два друида. Вот видите, вы дали Геру на боссаных принцов, и теперь нам надо ждать. Зачем? Потому что Гладиолус. А давайте, у меня нет КД, можно не ждать, погнали. Да ладно, всех КД есть, кроме тебя. Есть, посмотри, Мегатрон, нет я КД. Я же сказал, у всех, кроме тебя. Харзу тоже нет. А там никто, но кроме него, не дамажит. Зато КД на Геру, понимаете? Как-то хилиться будет медленнее. После второй злой. Начал. Раздайте лапку. Друзья, дайте лапу. Сама или дерево, дайте лапу. Спасибо. Делай чек. Я не знаю, не вижу, кто готов, кто нет, там сами смотрите. Это было неразумное решение. Вы ретаунты делали? Хан, щепочка, подбежишь в Мелизону, когда я скажу. Десять секунд, подбегай. А, ну залей. Один, начинай. Пизду, короче. У меня вопрос, как ты ДК получил укус? В ретаун ты делали или чё? У тебя не получилось. Геры просто не было, поэтому. Ну, что не было? По ДПСу были варги, ДК там менялись местами, но не танк. Наверное, потому что танки не умеют нормально агрить босса, и потому что они стали как-то криво. А может другого. Ты вот нахуй пойдешь, скажи мне. Иди сам пиздеть не по делу. Подожди, да, стоп. Да, не по делу. Этот мерзавец, подожди, говорит, да, который не мог килисета 3 минуты словить, да? Подожди, не флути, стой. У меня вопрос к протоколу. Ты там хоть раз не жил? У тебя не получилось. Если что, сагрили сначала не танки, если что. Тогда другой вопрос, нахера вы вперед танков лезете? Вам типа, вы торопитесь, а в итоге вы сейчас квест просрете. Уже просрали. Ну и нафиг тогда го чунку. Не знаю, я лично за чунку, чтобы человеку квест сделать. Типа вот вы бежите вперед. Пишите куда-то, в итоге, блин, получается еще дольше. Хера так делать? Просто значит пугу танка брать. Пошел ты нахуй, честно сказать. Да, я буду. Строго нахуй. Войт. Хумиков, блин, выскочил. Подожди, Войт, что делать? Типа добиваем или идем на чем?
Не знаю, 7 минут успеем, нет? Поездки сабрим. Написано, что до казни еще 7 минут. Да, если мы сабрим, то он квест успеем сделать, если уйдем. Главное сабрить в течение 7 минут. Кого мы там казнить уже собрались? Да. Да, зачем? Помилуйте. Не знаю, короче, типа, серьезно, кто-то вперед танков лезет, вы такого уже делаете, и себе, и... А, ля, реально, надо квест хоть взять. Ты забыл вообще за него. Кто у нас орёт? Можно в РК поставить перед боссом приоритет, что только РМ говорить? Сделаю чек, я жду, когда скажут пуляй, блядь, стою уже ОП-шку пытаюсь прожать. Кто? Что потом произошло? Я не знаю, знаю. Кто, я кто пытаюсь укусить, агро на мне, я в таргет беру, босс сразу в таргет. Я ничего не могу сделать, и пиздец. У нас 5 минут будет. Пять минут раздуплиться. По сути, Гера никогда будет Гера, нормально все будет. Смотрим, мы будем быстрее, мы даем фолбан. Вроде все здесь, давайте фолбан, ставьте рыбу, если не рыбал. Подождите, у Олега КД, сейчас он зайдет на кого-нибудь другого. Зайти. Друидов у нас не осталось, все поуходили. Как? Ну да, после этого флуда не такое сделаешь. В смысле, а Димас что, не друид у нас? Да, было 4, остался один, круто. Бёрн, пупсик, кто тебя обидел? Смотрите, теоретика. Не знаю, 24. Я зашел на слово. Ты выйди. Фумал, давайте. Папа, дайте. Друиды, лапу. У них кулак, кулаков нету. Кулак. На ларах тоже. Кто ответственный за кулаки? У вас еще не фулл рейд? Место есть. Две минуты.